Всем привет, легендарные внучата, вы находитесь на канале Бабка Шоу, и у меня для вас неприятная новость. Чат в Роблоксе перестал работать, некоторые игроки испытывают некоторые проблемы с Роблоксом, например, у них не работает поиск или просто не грузится аватар-страница. Потихоньку Роблокс начинает давать сбой, и что я вам скажу, прошло 367 дней после того, как год назад наш Роблокс перестал работать на целых 3 дня. И я надеюсь, что история не повторится. Сейчас, друзья, я расскажу вам об актуальной проблеме, что же именно случилось и почему не работает чат Роблокса. Ну а перед тем, как вы посмотрите этот видеоролик, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Погнали, легендарные внучата. Смотрите, друзья, я даже пишу на приватном сервере прямо сейчас в чатик письма, и они просто не доходят, то есть их сейчас прямо нету. Хоть что я бы там написал и... Ой, кстати, не понял. Так, погодите, друзья, я что-то не особо рад таким сообщениям, пожалуйста, лучше меня не пугайте. Сейчас попробую перезайти, может, все-таки получится. Все, слава богу. Ну, на самом деле, прям реально чувствуются проблемы Роблокса. Все очень медленно грузится. Прям все максимально медленно, как улитка. Но все-таки главное, чтобы он хотя бы так работал, уже будет неплохо. Давайте ради интереса сейчас зайдем на общий сервер Tower of Hell и посмотрим, работает ли чатик в игре. Нет, друзья, он не работает. Давайте попробуем сюда что-то написать. Мы это просто сделать не можем. Сообщения у нас не работают, они сразу автоматом удаляются. И то же самое происходит у других ребят. Давайте даже чат оставим открытым. В принципе, это как-то не особо влияет на игровой процесс, но чата у нас с вами нету. Это может быть только началом. Началом большого сбоя нашего Роблокса, как это было в прошлом году. Вначале у нас была какая-то фигня, по типу там что-то не работало короткий срок. Но потом в какой-то момент, ребята, это все превратилось прям в серьезную проблему, которую не могли решить целых 3 дня. В этот раз, я надеюсь, все будет иначе. И все-таки разработчики подключат голову, быстро все починят. Вот такое вот, ребят, письмо сейчас выходит в Роблоксе. Фильтр чата сейчас испытывает некоторые проблемы в играх, и сообщения могут быть долгими. Короче, долго доходить могут в нашем Роблоксе. Но, насколько вы видите, они просто не работают сейчас. И, вероятнее всего, это связано именно с какой-то ошибкой Роблокса. С какой конкретно, фиг его знает. Потому что Роблокс что-то в последнее время реально по ошибкам погнал молодой. Фиг поймешь, друзья. Будем надеяться, что скоро исправят, конечно. Сейчас зайдем в Твиттер, посмотрим, может, там что-то интересное написали по этому поводу. Ну и, конечно же, будем прощаться, потому что, как бы, информации довольно много, но в то же время довольно мало. А вот, друзья, кстати, даун-детектор. И, как вы знаете, здесь всегда у нас появляется что-либо, если происходит проблема с Роблоксом. Обратите внимание на статус 24 часа. Максимальное вот было где-то пик 48-47 проблем, а и потом резко выросло с 70, с 20 до 260, друзья. 267 репортов было выкинуто за каких-то всего лишь там 10 минут. Довольно много, как по мне, но чат прямо сейчас просто не работает. Давайте зайдем лучше в Твиттер. Смотрите, друзья, кто-то пишет, что у них не работает не только чат, но уже и поисковик Роблокса. Давайте мы сейчас это с вами проверим. Захожу в Роблокс, пишу что-нибудь в чате, например, к примеру, это будет Triple G, просто 3G. И будет ли у нас что-то? Нет, друзья, не работает. Ну все, друзья, капец. Посмотрите, сколько здесь твитов по поводу Роблокса. Просто потому, что у нас не работает чат и не работает поиск. Надеюсь, это не начало большой проблемы. В общем, всем пока.